Дорогие алапаевцы, в нашем городе произошло очень интересное и знаменательное событие. Награждение священнослужителей, тех людей, которые стараются и трудятся на благо города Алапаевска, Алапаевского района, православной церкви, на благо людей. Хотелось бы сказать следующее, что 30 апреля будет память архимандрита Кирилла Бородина. Казалось бы, что это за человек и какое он отношение имеет к нашему городу, ведь он здесь даже никогда не бывал. Все очень просто. Его духовным наставником был преподобный Севастьян Карагандинский. Севастьяна Карагандинского в свое время готовили и взращивали духовно оптинские старцы. И опять-таки вопрос. С оптинскими старцами архимандрита Кирилла понятно, что связывает, но непонятна связь с Алапаевском. И тогда становится все понятно, когда мы узнаем, что архимандрит Кирилл Бородин – это духовный отец и наставник игумена Моисея, который живет и трудится уже более 25 лет на Алапаевской земле, собственно говоря, для блага всех жителей этого города. На Пасху, в сам день Пасхи, он был удостоен патриаршей награды право ношения креста с украшениями. Но, как он сам говорит, все эти награды, они интересны, конечно, вот для этой временной, может, жизни, но в жизни вечной ценность имеют другие вещи, такие как вера, надежда и любовь. От всей души желаю вам иметь все эти три награды в своем сердце. Также были награждены и другие священнослужители. Отец Максим Дударенко был удостоен чести протоиерея. Отец Павел Журавских был награжден наградным крестом. Отец Макарий Чибисов был награжден правом ношения палицы. Отец Александр Григорьев был награжден правом ношения набедренника. В общей сложности на Пасху наградили 37 человек. Священнослужителей, иереев, протоиереев и диаконов. Все эти награды свидетельствуют о том, что люди трудятся. Как они будут сами относиться к этим наградам, это личное дело каждого. К ним можно относиться как к лишним звездочкам на погонах, к ним можно относиться как к поводам, может быть, перед кем-то похвастаться. Но мы надеемся, что священнослужители будут относиться к ним правильно и грамотно, и будут понимать, что на них возложена еще большая ответственность. Ведь все эти награды – это призыв к ответственности и к еще большему служению Богу и людям.